Вот такой он замечательный чудо-дом. Открываем нашу коробочку. Па-бам! И здесь у нас вот такие вот деревяшки. Надо искать инструкцию. Просто где у нас инструкция? Настюха, помогай. Я видела. Ты видела? Давай помогай. Что, аккуратненько что? Убираем все. Я с маленьких буду. Ты с маленьких будешь, Настюха? У нас с маленьких будет. Это у нас все соединения, которые идут к этому дому. Так, это я не знаю пока. Короче, много-много разных досок. И нам нужна инструкция. Так, здесь у нас какие-то окна. Здесь у нас, наверное, это низ. Нет, это низ. Да, вставай. И Настя достает инструкцию. Так, первое. Ребята, и первое у нас это вот, наверное, да? Да. Первое это вот эта, наверное, доска, которая есть. Потом у нас вставляется вот эта вот другая доска. И сверху ставится еще одна вот эта доска. Ну все, ребята, мы сейчас начнем это все обклеивать. Давайте я его обклеила, но обклеила частично. Ну, не везде получается. Решила попробовать сделать пока так. Обклеила его белой пленкой. И сейчас мы начнем его собирать. Покажем вам потом, что у нас получилось. Я думаю, что мы сверху еще будем покрывать вот эти вот, которые у нас не обклеены. Мы будем покрывать их акриловой краской. Может быть, да, белой, может быть, какой-нибудь сделаем, добавим что-нибудь к нему. Какой-нибудь другой цвет. Ну все, приступаем. Посмотрим, что у нас получится. Пленка, кстати, не везде аккуратно легла. Вы знаете, это лучше, чем получать занозы. Я бы этот дом вообще не советовала. Очень много такая занозистая такая поверхность. Очень не понравилось. Все-таки наши производители, они сильно экономят в этом. Нужно сразу обклеивать все пленкой и делать нормально все полное. Пусть фанера. Ну, возьмите вот, допустим, куколки для Лол в Америке, которые есть. Они же все обклеены сразу изначально идут. Допустим, там идет какое-то дерево и покрыто. Вот обклеена пленка красивой. Это намного интереснее. Да, он пусть будет подороже стоить, но я думаю, что это все равно будет намного красивее. Ну вот, ребята, смотрите, мы наклеили дом. Смотрите, какой он получился. Мы еще не до конца все сделали. Нам нужно еще будет покрасить акриловой краской сверху. Вот, чтобы вот эти вот фасады мы покрасим акриловой красочкой. И у нас будет замечательный дом. Мы вниз уже поставили кухню для Барби, умывальник. А, у нас даже есть зубной кабинет, представляете? И зубной кабинет. Ну вот замечательный вот такой домино у нас. Вот смотрите, какой у нас домик получился. Настя уже поставила всех туда куколок, а там не только Барби. Вот такой замечательный дом для Барби. Фасад мы покрасили акриловой краской, добавили немножко гуашь и получилось розовое. А, даже не розовое, такая блеклая матовая, интересный цвет, приятный. Полностью белоснежный домик. А, качество домика очень такое приятное, нежное. Зато теперь можно занос не насадить. И домик получился у нас замечательный. Смотрите, Барби у нас здесь зубки лечит. У нас Барби лечит зубки. Представляете, какая красота. А тут Насте пришло новое платье. И вот к новому платью идет вот такая, такой брелочек. Интересная, красивая, сколько какая. Я вам потом покажу, какая она будет на Новом году. Вот тут у нас наша шкипер умывается, стоит, причесывается. Ей не хватает зеркала. Нам нужно еще сделать шторы, повешать тюль. Здесь у нас есть кухня для Барби. Вот такой замечательный домик у нас получился. Понравилось вам наше видео? Ставьте лайки, подписывайтесь к нам на канал. Я думаю, что вам должно было понравиться. О, вот еще Хайдарабис у нас здесь. Ну все, ребята, на этом все. Заканчиваем наше видео. Подписываемся на канал. И вот такой можно сделать замечательный домик. А чудо дом Лайт для куклы Барби. Его можно полностью обшить пленочкой и покрасить его акриловой красочкой. Домик получился очень замечательный. Все, ребятки, ставим лайки.